Итак, мы продолжаем. Это интерактив Fresh. Вечер, пятница и замечательная ведущая. Ислам. И Инна. Итак, мы сейчас с вами разыграем вот такие вот красивые часы. Да, ну что ж, а у нас есть уже друг по ту сторону экрана. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Илья. У меня к вам два вопроса. Илья, хотите ли вы эти прекрасные часы? Но я думаю, для коллекции подойдут. Скажите «да» просто. Да, я хочу часы от ломбарда «Титан». Ну что, второй вопрос. Вы скучаете по школе? Ну, не сказать, что я по ней особо скучаю, так как прошло еще не так много времени, как я ее закончил. Но легкая ностальгия у меня, конечно же. Замечательно. Это круто, да. Вот я тоже не хочу в школу, но так, чуть-чуть ностальгирую. Вот по хулиганским временам, знаешь, там, девчонок там за косички подергать. Ты-то чем занималась? Я лично хорошо училась, занималась деятельностью всякой разной, поэтому мне нравится. Все ясно, Инна у нас не знает ничего о школьной жизни. Меня дергали за косички. Илья, мы с вами продолжаем. Итак, внимание, конкурс. Слушаем внимательно. Я буду говорить вам предложение, а вам нужно будет его продолжить, не нарушив логическую цепочку. Понятно? Да. Ну что, поехали. И капризно и упрямо в детский сад не хочет... Мама. Неправильно. Давайте еще раз. И капризно и упрямо в детский сад не хочет... Дочка. Дочка. Правильно. Я думал, надо в рифму говорить. Нет, в рифму как раз не надо, да. Нужно, чтобы логика предложения не нарушилась.